23 сентября у этого шикарного отца с международным сертификатом и у этой милой, доброй, заботливой мамочки родилась лапочка-дочка. Несмотря на свой скромный возраст, девочка имеет щенячью метрику РКФ и ветеринарный паспорт международного образца со всеми необходимыми прививками. Необходимо срочно спасать эту милую девочку из рук любвеобильной хозяйки. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.